Эй, народ, с вами енот. Я думаю, что вы все знаете о том, что после достижения определенного числа подписчиков, YouTube присылает различные кнопочки в виде вознаграждения. Но некоторые ютуберы делают кнопки сами на такие круглые числа подписчиков, на которые YouTube не предусматривает награды. И сегодня я расскажу вам о 5 самодельных кнопочках, в которые вы не поверите. И я очень сильно вас прошу, поставьте лайк под этим видео, так как на предыдущее видео прилетел страйк за видеофрагмент, который стоял у меня на 5 месте, без возможности оспорить. Конечно, в будущем я удалю то видео и сделаю перезалив. Ну что ж, начнем! Пятое место. На 5 месте у нас расположилась кнопочка с каналом Matthew Liebert, выполненная из карбона. Основной составляющей частью карбона являются нити углерода. Такие нити очень тонкие и сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Из этих нитей сплетаются ткани, они могут иметь разный рисунок плетения. Для придания еще большей прочности ткани из нити углерода кладут слоями, каждый раз меняя угол направления плетения. Слои скрепляются с помощью эпоксидных смол. Ну а кнопку ютубер изготовил в честь 10 тысяч подписчиков, и она мне просто безумно нравится. Tacky tape onto the bolt, just to level it a bit up. From the backing plate, so this is how I did it. So this is not very professional, but it worked, so I'm quite happy with this. So now it's just the last finishing step. It's a stick ring, so I just cut out these stickers and then I'll apply them on the glass since subscribers label. So this is the result, and this video is all thanks to you guys, because if I wouldn't have hit the 10,000 subscribers, this video would probably not exist, so I'm very thankful for all of you subscribers. Четвертое место. Далее у нас идет канал Expert Shift с 3 миллионами подписчиков. Владелец этого канала отлил кнопку из желе на 3 миллиона подписчиков. Ну и конечно же, съел ее в конце видео. Но вы можете посмотреть на эту замечательную кнопочку прямо сейчас. The weirdest gift I've ever gotten in my life. Look at this. What the hell? What the hell? YouTube, is this for real? Is this a joke? Is this like what they're doing now? Look at this. This is just a like, let me compare this to the other play buttons that I have. Okay, so this is the million subscriber play button, right? This is the gummy one. Why would you make this for 3 million? You get you because this is like a reward. I guess I should like save this somehow, but I'm trying it. Третье место. И на третьем месте у нас канал MTM Wood с 200 тысячами подписчиков. Этот ютубер занимается обработкой дерева и сделал разделочную доску в виде кнопки YouTube из 2 сортов дерева. Здесь использовалась вишня и падук. И да, падук — это действительно сорт древесины, можете сами загуглить. Ну а пока наслаждаемся этой прекрасной работой. Второе место. На втором месте у нас идет канал Коддис Лэб, почти с 1 миллионной аудиторией. Этому ютуберу не присылали серебряную кнопку YouTube в течение 7 месяцев. И вот, по достижению 250 тысяч подписчиков, он решил сделать кнопку сам, из цельного куска серебра. Ведь ни у кого нет кнопки, полностью выполненной из серебра. Для начала он сделал заготовку из воска, расплющил золотой самородок, который он нашел в одном из своих видео по добыче золота, и вытащил свои запасы серебра, общей стоимостью около 600 долларов. После непродолжительных расчетов, ютубер узнал, что ему понадобится приблизительно 777 грамм серебра. Он положил все свои запасы на весы, и оказалось около 780. Далее, он поместил форму, заполненную серебром, в печь, и начал отливать кнопочку. Это очень интересный процесс. Кому интересно, можете посмотреть своими глазами. Ссылка в описании. А также присутствуют русские субтитры. Ну а мы вернемся к процессу. После нескольких неудач, он решил сделать форму из глины. Ведь глина держит температуру гораздо лучше, чем гипс. Но и тут получилось не так хорошо, как он хотел. Но все же,
Ему удалось отполировать заготовку кнопушки. В итоге получилось очень красиво. И по сложности изготовления, это самая сложная работа. А теперь смотрим результат. I saw a person on eBay was selling the fake silver play buttons. And their frame looked so professional that I had them make me one for the $250,000. A little bit larger than the silver one. And of course, saying $250,000 instead of the $100,000. You caught that, right? Yeah, I did. Well, Первое место. Ну и на первом месте у нас один из самых известных летсплейщиков с более чем 6 миллионами подписчиков на канале QuibbleCop и его уникальная кастомная оранжевая кнопка на 3 миллиона подписчиков. Непонятно из какого материала, не совсем качественно выполненная, но выглядит весьма достойно и является последней самодельной кнопушкой в нашем топе. So it doesn't break. And out of this... Oh... Look at that. Look at that! It's my 3 million subscribers custom-made YouTube play button. Вот и подошло к концу мое видео. Я надеюсь, что вам понравились самодельные кнопки из данного топа. Не забывайте писать комментарии о том, какая кнопка вам понравилась больше остальных. А также предлагать идеи к следующим топам. Ведь, возможно, именно вашу идею я и возьму. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, а также делиться этим видео с друзьями. Ну а тут присутствовал енот. Всем спасибо за просмотр. Ну а я иду пилить следующий топ. Подпишись на канал. Подпишись. Лайк поставь. И не забудь нажать на колокольчик.